Эксцентриссимо. Сегодня мы окажемся во сне, иначе трудно представить такое, по крайней мере, в России. 400 богатых, очень богатых, влиятельных господ попросили правительство не снижать налоги для них. Можно решить, что это случай коллективного помешательства, но нет, в США нашлось несколько сотен человек, включая Джорджа Сороса и Стивена Рокфеллера, которые попросили Конгресс США не брать с них меньше денег. Миллиардеры зачем-то решили подумать о других, обеспокоились национальными долгом своей страны, который достиг рекордных отметок, и хотят помочь. Против чего протестуют? На 1% им хотят снизить налоги. Наверное, когда денег лом у тебя, куда их потратить, действительно проблема. И чем не вариант отдать их государству? Ну, бывает, что вообще очень сложно. А вот у Билла Гейтса с фантазией нет проблем. 80 миллионов долларов нашел, куда пристроить. Купил землю в Аризонской пустыне. Город хочет там основать, так что потратится еще не одна на сотни миллионов. 1% от его налогов очень бы пригодился. По-настоящему тонкий вкус демонстрируют молча. Салоны «Остров сокровищ», стильные коллекции часов по доступным ценам. Эксцентриссимо.